Всем привет! Вы попали на канал Эллен Стар. И сегодня у нас челлендж называется «Шепот ютубера». Заключается в том, что кто-то из нас должен надеть эти наушники, а другой будет говорить слово, и тот, кто в наушниках, должен понять его по губам. Да, и это все. Приступим. Давай ты. Или я. Ты. Пусть. Итак, начинай. Алинка, давай начинай первое слово. Мультик. Придумай. Придумала. Молодец. Загадала желание? Нет, я придумала. Ну и говори ему. Чё говори? И ты придумал музыку погромче. Чего? Слово говори. Ты взрослый. Звезда? Нет. Ты взрослый. Шевели губами и дольше. Ты взрослый. Ты взрослый. Чего? Ты взрослый. Ты... Чего? Ты взрослый. Перекрёсток? Нет. Ты взрослый. Ты взрослый? Да. Да? О. Да. Итак. 1-0. Я угадал. В пользу Серёжи. Так. Долго не думай. Давай. Тапок. Что? Тапок. Мама? Нет. Тапок. Лампа? Нет. Тапок. Лапа. Тапок. Не понимаю. Тапок. Говори. Шевели губами, Сережа. Пусть будет. Нет. Тапок. Пусть будет. Я не слышу. Тапок. Ты показывай на рот, чтобы она читала пальчиком. Тапок. Пробуй, угадывай. Что? Пробуй. Не знаю. Та. Она хочет услышать. Хочет услышать. Тапок. Ну, еще. Давай. Нечестно. Тапок. Тапок. 1-1. Есть. Молодец. Это было тяжело. Выдохни. Ну, интересно как. Давай, теперь ты. Алина, придумай хорошее слово такое. Зимняя шапка. Чего? Зимняя шапка. Зимняя есть слово? Давай еще раз. Зимняя шапка. Лошадка? Нет. Перчатка? Нет. Зимняя шапка. Сними перчатку. Нет. Зимняя шапка. Зимняя перчатка. Нет. Первое я угадал. Покажи ему первый класс. Первое. Первая зимняя перчатка. Ой, что я говорю? Зимняя шапка. Говори, что ты мне показываешь? Зимняя шапка. Зимняя шапка. Зимняя шапка? Да. Приступаем. Продолжаем, да. Поверни голову. Сосиска. Сосиска. Такая смешная. Сосиска.
Асис. Она так прям с души ныряет. Сосиска. Пробуй. Версию давай. Давай. Сосиска. Ну же, давай. Сосиска. Я не могу с ней. Это какое-то имя? Нет. Эй, ты сосиска. Какая выдумчивая. Сосиска. Сосиска. Итак, погружаюсь. Продолжаем. Яблоко. Еще. Обманывает, обманывает. Давай. Алина. Ёлка. Алина, не обманывай. Икота? Нет. Алина, не обманывай. Ёлка. Потихоньку скажи ему. Ёлка. Ёлка. Дота. Нет. Ёлка. Пчёлка. Ёлка. Тётя. Нет. Покажи ему, что она большая. Давай. Не такая толстая, а высокая. Говори губами, что это? Ёлка. Лолка. Нет. О, похожие, похожие. Ёлка. Да. 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 И последний раунд. Так, ага. Я думаю, на слом. Ага, привет. Звезда. Что? 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 Звезда. Ветка. Не. Звезда. Еда. Звезда. Нет? Нет. Звезда. 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 Молодец. Кто там выиграл? Ничья. Ничья. О, у нас ничья. Так, давай 5 Алинка, братику. Да, молодцы, поиграли хорошенько. Алинка немножко не угадывала. А Сережик быстрее угадал. Ну, как он большой. Ну, ладно, прощайся с ребятками. Было хорошо и весело. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои уведомления. Видео. Да. Новые. И не забудьте поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.